В Московской области в 2020 году отремонтируют более 1700 региональных и муниципальных дорог. Областную программу сформировали по итогам обследования дорожной сети и на основе предложений жителей. В Одинцовском городском округе ремонт пройдет на 16 участках дорог. 6 расположены в Одинцово, 2 в Голицыно, по 1 в Немчиновке, Горском и Ершовском территориальных управлениях.